Всем привет! Люблю иногда повспоминать детство, поиграть на приставке. Итак, Battletoads 3. Продолжаем на том же месте, которым и закончили. Осталось немножко, и будет интересные и сложные мотоциклы. Ну и ранее обещанная энергетическая точка. И вот, мотоциклы. Этот уровень требует очень хорошей реакции, учитывая то, что мы его проходили в детстве, не имея возможности сохраняться. Мало кому его удалось пройти. В основном именно на этом уровне и заканчивалась у многих игра Battletoads, потому что терпения ее пройти не хватало, или реакции. А я прошел. Невероятная скорость сейчас будет. Я считаю, зря разработчики сделали этот уровень третьим. Он сложнее многих следующих уровней, и у большинства игроков просто не хватает терпения, и они бросали эту игру. А ведь по сути это только начало. Здесь такая передышка, можно и объехать, и перепрыгнуть эти трамплинчики, причем вылетают они не так быстро. И в конце сюрприз, препятствие посредине. Здесь комментировать не буду, потому что невозможно с такой скоростью успеть что-либо прокомментировать. Просто смотрим. Здесь обратно небольшая передышка, можно просто вниз и назад, отъехать и ждать. А здесь нужно перепрыгивать без трамплинов кнопкой, причем нужно вперед подлетать, а то не допрыгнешь. Очень сложно. И внимательно наблюдаем, как я попадаю в энергетическую точку. Есть, я проскочил следующий уровень и попадаю сразу в пятый. Этот намного проще, но об этом мы уже поговорим в следующий раз. Пока!